Тебе чего? Хочу внутрь. Читать умеешь? Не умею. Твое счастье. У нас там лучшие люди страны. Мне бы на их наиродов хоть одним глазком посмотреть. И не мечтай. Не мечтай, козел ты эткий. Я не козел. Я Иванушка. Одно другому не мешает. Не могу с вами согласиться. Вашей программе... Да нету никаких программ, братан. Меню вот есть, а программ нет. Ослабься однозначно. Какое вам, братан? 2% разницы. И уже братана не узнаешь, что ли? Внимание, внимание. Я хочу сказать тост. Давайте выпьем за дружбу. Ведь если вдуматься, ну что нам делить? Власть. Власть мы уже поделили, по-честному поделили, всем вроде хватило. Ну, знаете, это сложный вопрос. Да ничего сложного. Всем, кому позарез надо было, власти хватило. И теперь давайте, значит, простим друг друга обиды. Я вот, например, практически всем обиды простил. Хотя, конечно, все помню. Ну, за дружбу. Пью с локтя однозначно, как гусар. Яблочко, подставь локоточек. Музыка. Never seen you looking so lonely as you did tonight. I never seen you shine so bright. Разрешите вас пригласить. Куда? В коалицию. Леди всегда in red. Леди всегда... Помойся в Бога. Бога нет. Прости, Господи. If I have a chance. I have never seen you dress you wearing. Over high like your hair. I catch your eyes. I haven't lied. Леди in red. Пусти. Мне с ним поговорить надо, по-человечески. Не велено. Ну чё там, все свои. Тьфу ты. Ну ладно, давай. It's just you and me. А я, знаете, скажу так. В этом их общественном согласии есть что-то противоестественное. Послушай, про что эта песня? Про любовь однозначно. Там такие слова. Значит, со мной танцует какая-то баба, вся в красном. Я ее давно не хочу, а она все лезет и лезет, лезет и лезет, лезет. Это бывает. Бывает, что и лезет. Повторим? Повторение, мать учения. Тяжело в учении. Жалко, что из-за стола выгнали. Закусили б сейчас на халяву. Терпение, терпение. В этом деле главное далеко не отходить. Я готов вас любить на следующих условиях. Никаких условий. Любовь до гроба и все. Не, моя любовь носит условный характер. Слышь, свинья ты эткая, а ну-ка налей-ка мне белые лошади. Че тут у них вообще происходит-то? Между усопчик, фу ты, между собойчик. В общем, ой, закрытие сезона. Знаешь... С тех пор, как мы ушли в лабухи, я многое про них понял. Я тоже. Я даже книжку об этом написал. А вот это зря. Что тебе, козел? Я не козел, я Иванушка. Кто ж тебе рогат наставил, Ваня? Слышь, скажи, а вот почему так? Сначала давай, давай, а потом опять вы все тут, а мы все там. Где? Не там, где вы. Ты свободен, рогатый. В смысле? В смысле демократии. Ты можешь избирать, а можешь наоборот,
быть избранным? Нас мало избранных, счастливцев праздных. Мало однозначно. Ничего себе мало. Следующий тост я хочу поднять за всех россиян, которые пришли и выбрали, значит, из всех вас меня. Мозгов не осталось, проголосовали сердцем. Ты со своими алверды пока помолчи. Дай выпить за народ. Народ за себя сам выпьет. А вот цивилизованно поруководить им, чтобы 9 букв и без вредных привычек, некому. Ты, значит, бросай свои кроссворды, добром прошу. А от народа политику отрываться нельзя. Поднять этот тост за... Ну, не хотите, не надо. Здравствуйте, родные мои. Вы могли бы что-нибудь для души? Ну, пожалуйста, пожалуйста, вот, ну. Эшел, молоси, май был, вот, волейбол, экси, молочес, вот так, молодцы, я не дурак, вот зайди. Слышь ты, о чем эта песня-то? Это песня любви, которую народы мира испытывают к Мишелю. А что? I love you, I love you, уцела. Спроси у народов мира. Ой, многое вспоминаете. Ставрополь, Раиса. Ее сейчас нет, правда? Все равно вспоминаем. Ой, сколько лет прошло. Ну вы разберите или знаете. Может, уже хватит? Вы слушаете это 5-й раз подряд. И мы тоже привыкайте. Зачем я сюда пришел? Кругом жлобье, кроме зеркала обратиться некому. О чем эта песня? Вот и все. Ты теперь в армии. А раньше, мол, ты был в отставке. А сейчас все поменялось. И в отставке я, а ты в армии. Ау-ау. А что значит... Ау, ау. Ой, время покажет. Эй, птица-секретарь, угощаю. Рихтер, иди погуляй. Я сам изображу. Знаешь, а я, если честно, значит, до последней минуты боялся, что не выиграю. Я тоже. Что? До последней минуты боялся, что ты не выиграешь. Лучше быть первым в Думе, чем вторым в Мавзолее. Здравствуй, моя Мурка. Здравствуй, однозначно. Здравствуй, моя Мурка. И прощай. Командир, ты меня уважаешь? Уважаю. Посмотри на меня. Кто я? Козел. Погоди, вы меня на второй тур звали? Звали?
Я сходил. Сходил. Что? Не? Кто я? Не все сразу. Ты, значит, по капле выдавливай себя, козла. Что с ним разговаривать? Обломать ему рога и все дела. Иди отсюда. Отсюда. Да я тебя 6%. Али отсюда. Маленько, приметили. Давай. Аккуратней там, с подломать ему за меня еще в третьем тысячелетии голосовать. Не понял. А ты чем пытаешься понять? Головой. Попробуй понять какой-нибудь другой частью тела, и все получится. Эй, там, Ростроповичи, давай что-нибудь для души.